Готовим вог. Это типа макарошки по дешману. Разжариваем лук с морковочкой. Нарезали свининку самыми маленькими кусочками. И я взял вот такие макарошки. Самые-самые тоненькие. Сейчас я их сварю, и вы видите, что получится. Минут 5 уже лук с морковкой у нас поджариваются на большом количестве масла. Теперь я закинул мясо, чтобы все это вместе начало обжариваться. Добавляем много соли, много специй, много перца, вообще любых, какие у вас есть по вкусу. Процесс готовки идет практически одновременно. Мясо жарится, сало плавится, и тут же у нас макарошки уже закипают. И минут через 5 будем их закладывать в сковородку. Переложили макарошки уже почти готовое мясо. Сейчас все перемешаем, буквально минуты и готово. Примерное время готовки минут 20. Получаем вот такой результат. Очень наваристая, очень сытная пища. Вот такая огромная порция у нас получается. Хотя на самом деле здесь, наверное, порции 3. Если есть перчик или помидорчик, то можно это все либо кусочками, либо долечками еще и украсить. Пар идет прямо от мяса.